продолжаем, друзья, общаться. И вот этот предмет оказался совершенно случайно. Ребята не курят, не пьют алкоголь, не употребляют допинги. Те самые начинающие МС, которые наводили движение в крупных заведениях, как то Метелица, Набережная и город Саратов. Напомним, кто у нас в гостях. У нас МС Рыжик и МС Саша Новый. Да, те люди, которые начинают свой творческий путь, несмотря на то, что немножко скукожились и слегка растерялись, я думаю, это нормально. Так немножко, это нормально. Да. И Олег Морозов, шоумен. Олег, то ему уже как бы не впервой, поэтому... Да, давай зададим вопрос Олегу. Вопрос такой, Олег, как после полигона отпечатки какие-то остались, то есть на тебе, может быть, там косой, хромой стал, или наоборот, тёлки стали давать? То есть что вообще... Бабла срубил. Отпечаток, да, оставил, то есть на себе вот сам клуб. И влияет ли он как-то на твое вот творчество? Дальнейшую судьбу, ведешь, да, свадьбу, бац, и замутил конкурс. Да, и там, о, я помню, там он работал в полигоне. Ну, на самом деле, огромное количество людей, которые посещали заведение на протяжении 10 лет, в памяти у многих остался, как ведущий, как диджей именно этого заведения. Да, до сих пор люди вспоминают, узнают на улице. Единственное, что скажу честно, уже лет как, наверное, 10 не езжу в общественном транспорте, потому что это было невыносимо. О, посмотри, это он, да, ты помнишь, да. Вот действительно, наверное, вот такое. Это отпечаток. Говорит о том, что пассажиры нашего автотранспортного бюро, то есть все ходили в полигон, да, друзья? И не только. И не только. Это первое. Ну, а все остальное, ты знаешь, ну, скажем так, тот багаж, который был получен благодаря опыту проведения мероприятий именно там, помогает в жизни с точки зрения психологии, психологии толпы, психологии людей, которые отдыхают. Действительно, есть вот именно помощь. То есть я не могу сказать, что там стал хромой, рябой. Значит, ну, наверное, только сантиметров на 20 стал меньше только. Вот единственное, вот меньше вот его роста, да, что-то к земле поближе стал. А так, на полном серьезе помогает, да. То есть, понимаешь, здесь стало меньше, да, там в росте, зато вширь пошел. Авторитет вот набираем. А в целом, для людей, которые работают в шоу-бизнесе, там, на сцене, за пультом, в первую очередь, наверное, это опыт общения, опыт, в первую очередь, ведения, подачи себя. То есть, конечно, дают о себе знать. Уже, конечно, и возраст дают о себе знать, да. Почему вы так смотрите на меня, Олег, говоря про возраст, я не понимаю. Про возраст, нет, я имею в виду про возраст, что мы с годами становимся просто мудрее, умнее в этом плане. Согласен. То есть те глупости, которые мы говорили в свое время на сцене, сейчас я вспоминаю, это действительно глупости. Вот. Теперь уже к этим глупостям, конечно, уже не возвращаешься. Ты знаешь, алкоголь, я могу тебе честно сказать, да, там особенно... С алкоголем мы дружили вообще на полную катушку. Пили, закусывали и всегда говорили так. Знаешь, я на работе никогда не пью. Никогда. Я могу пить до работы, после работы, но только не во время работы. То есть пока у меня микрофон в руках, я не пью. Все остальное, конечно же. Поэтому нас и называли такие, да? Ребята, которые всегда... Да. Друзья, говоря об алкоголе, напоминаю мне, несмотря на то, что мы вышли не... С небольшим опозданием, тем не менее... МС. Забуксовал. Саша, вручай, чё. Да шучу, на самом деле мы вышли с небольшим опозданием, хотели сказать о том, что культура потребления, конечно же, будет у нас сегодня в эфире. Давайте блиц-опрос, что для каждого из вас культура потребления. Начнем с брюнета. Вам слово. Вы опять поставили меня в тупик. На самом деле... Работа такая! Я, конечно же, отвечу, но на этот вопрос можно чуть позже. Я просто хотел задать вопрос Олегу. Позже не будет. А, ты хочешь задать вопрос Олегу? Давай, да, тогда. Я просто хотел бы узнать, что смогли бы вот сейчас выйти в метлу и забацать, как раньше, в полигоне? Легко. Я просто, на самом деле, с удовольствием посмотрел на это. Может быть, даже поучаствовал в толпе или где-то на сцене. Не, на самом деле, очень все легко. Так. Все очень легко. А еще был какой-то вопрос? Вот, еще хочет задать вопрос, да. Прямо у нас блица, вопрос, блиц-ответ, да. Вопрос следующий. Можно конкурс увидеть где-нибудь вживую? Я не застал этого, но... Когда концерт у Олега Морозова и его творческий график, афиши и предстоящие гастроли, мы узнаем через секунду. Да. Не вопрос, давай поступим таким образом. Добавишься ко мне в контакт, я тебе напишу, когда у нас будет ближайшая такого рода флирт-пати, и приедешь,
примешь непосредственное участие, и будет все отлично. Ты увидишь конкурс, а мы хотим услышать тебя. Может быть, почитаешь подбит ненавязчиво слегка, потому что сегодня для тебя и для меня, для всех тех нас, кто здесь присутствует, дальше не пошло. Давай ты. А что нужно зачитать? А, фристайл. Фристайл? Да, чё нет? Я этим не занимаюсь, но... Кто занимается? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Зов бита. Сейчас что-нибудь придумаем. Мы сегодня сидим на мягком диване, мы тусуемся здесь, не тусуемся в ванне, мы не на работе. Дима Павлов задает вопросы, и нас радует. Мы сегодня здесь большой компании, и вот то, что нас радует: пуэр, вискарь, стол деревянный. И как моя девушка деревянная, прости, если ты смотришь этот эфир, звони, на связи Богдан Ситомир, я не знаю, не уверен. Всем деревянным девушкам города Самара посвящается культура потребления, аплодисменты! Наши парни МС Олег Морозов, Саша Пилищев. Сеньки, друзья, возвращаемся через несколько минут. У нас еще одно включение. Ребятам огромное спасибо. Парни, два слова культура потребления, что для вас, и летим дальше. Понял тебя, кончил. Следующий. Тоже. Ох, ребята, какие сексуальные. Дальше. Да, что такое интересное. Кряхтеть только не надо, кряхтеть тоже. Так, да, своими кряхтеть словами. Кряхтеть не буду. Что такое культура употребления для каждого человека, наверное, этот вопрос даст исключительно в мере своей испорченности. Для меня это действительно, как я тогда тебе сказал, это хороший здравый кураж. Вот когда ты действительно отдыхаешь, веселишься и получаешь адреналин. Это человек, резидент клуба «Полигон», те самые конкурсы. Здоровый, красивый, легкий кураж. Так это называлось, друзья, в 90-е годы. Мы идем дальше. Спасибо большое всем тем, кто с нами. Возвращаемся. Поехали. Культура Зов играет за пультом. Поехали. Понравилось. Come on.